Для этого надо создавать условия, базу. Допустим, я еще в период, когда в 90-е годы здесь активно в Татарстане работал, фестивали проводили, я центр Цафар в свое время организовал. Мы проводили фестивали Рамазан, каждые 3 года подряд проводили мощные. Потом вот фильм снял «Итальянский контракт». Это все как раз 90-е годы. Это самые сложные годы, и как раз сложные годы я это проделал. Потому что я считал, что это основа культуры. Это очень два сильных таких действий, которые, через которые можно пропагандировать свое национальное искусство. Это, и чтобы оно росло, например, пропагандировать на весь мир, это фестивали и кино. Это самые два главных проявления. Но сейчас фестивали довольно много проводятся в Татарстане. Этот кинофестиваль, вот, кино начали потихоньку снимать, но я об этом говорил еще в 90-е годы. Но в то время на это не обращали внимания, там другие задачи стояли, экономические, политические. То, что сейчас, вот, например, татарджиры культивируются на КТНВ с утра до вечера, это, в принципе, это самодеятельность. Она и раньше была самодеятельность, и то, что я сейчас вот так пропагандирую, это очень хорошо, потому что участвует много народу. Вот, но через состав этих исполнителей, там в основном самодеятельность. Конечно, но взращивать и показывать что-то профессионально это невозможно. Ну, цель это такая клубная самодеятельность. Там, я говорю, может быть. Все, что там поют, эти ребята, может, 10% может отобрать, которые могут соответствовать профессионалам. Все остальное, все это самодеятельность сплошная. Конечно, это хорошо, это нужно. Вот. Но должна существовать база для создания производства именно профессионального, высокопрофессионального, конкурирующего на весь мир искусства.